то ли четверяков, то ли лодыжников, не помню. Вот дворик, где раненок маленький был. А за этим домом еще один ряд домов, потом, собственно, женщина с кошками тогда ко мне подошла. Я ей дала контакты людей, которые именно кошками занимаются, потому что наша тематика птички. Не знаю, получилось ли у нее. А я забрала сейчас в самые грязные места. Случайно. Давно тут не ходила. Ну ладно. Проблем никакой. Сейчас выберусь в свою вотчину. Надеюсь, не навернусь тут в грязищу. А то я сегодня не в камуфляжках, а в обычных штанах.